Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, а перед нами iPhone 13 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как переименовать данный девайс. Когда вы подключаетесь к другим телефонам по Bluetooth, когда вы подключаетесь во время раздачи интернета, когда вы играете в какие-то игры по сети и так дальше, другие устройства видят вас под именем iPhone 13 просто, точнее iPhone 13 Pro. Но вы можете спокойно поменять то, как вас видят в сети. Для этого мы заходим в настройки, выбираем пункт «Основные», дальше нажимаем «Об этом устройстве», «Имя», и теперь мы можем здесь поменять имя. Мы можем, во-первых, оставить текущее имя, дописать здесь, к примеру, свое какое-то имя. Мы можем также стереть iPhone 13 Pro и здесь написать вообще, что только захотите. А мы же на данном моменте будем уже заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве вы сможете найти у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!